Здравствуйте! В эфире Ксения Якунина и прогноз погоды на ближайшие сутки. В Москве при облачных прояснениях осадков не ожидается. До пятницы они затихнут и не будут напоминать о себе. За окном подморозит, днем столбики термометров опустятся до 6, ночью до 10 градусов мороза. Атмосферное давление останется в пределах нормы. К вечеру подует теплый южный ветер, его порывы будут достигать 7 метров в секунду. Вместе с ним в столицу начнет возвращаться потепление. А вот юг европейской территории России все больше захватывает циклон севера. Ожидается усиление западного ветра с порывами от 15 до 18 метров в секунду. Сильный снег местами с метелью будет идти в Ростовской области и Краснодарском крае. В горных районах возрастет опасность схода лавин, местами возможно налипание мокрого снега и гололед. В Сочи ожидается сильный дождь, временами с мокрым снегом. На дорогах будет скользко и опасно. При прохождении атмосферного фронта температура на большей части территории немного повысится. К концу недели с усилением антициклона с запада погода в регионе стабилизируется. В Краснодаре облачная погода продержится весь день. Утром будет идти мелкий снег, днем и вечером осадков не ожидается. Температура воздуха днем минус 1, ночью минус 6 градусов. Ветер северного направления от 3 до 5 метров в секунду. Атмосферное давление повышенное 769 миллиметров ртутного столба. На сегодня о погоде все. Строительная компания «Стройлект Севкавмонтаж». Отличные квартиры с ремонтом покупай, заезжай и живи. С вами была Ксения Якунина. Всем желаю прекрасной погоды и не менее прекрасного настроения.